Этот Санта и его миссис Клаус спешат так, что переходят на бег. Их цель — вот эта дверь, которую миссис Клаус ловко выбивает кувалдой. Вслед за ними в дом врываются эльфы, а потом и полицейские. Впрочем, здесь все из полиции. Правоохранители переоделись в рождественских персонажей, чтобы провести спецоперацию в Лиме, столице Перу. Она прошла в районе Суркильо. Полицейские задержали 4 человек, которых подозревают в торговле наркотиками. Все они члены одной семьи, создавшей банду «Чикагский Гринч». В доме подозреваемых нашли несколько видов наркотиков, в том числе кокаин и марихуану. Также у них было спрятано огнестрельное оружие. Задержанных доставили в полицейский участок.